Так, а мы тем временем возвращаемся и смотрим, что нам дали впереди. Там какой-то сундук. Причем сундук находится вот здесь вот. И на самом деле мы его тупо не взяли. Как-то так. Замечательно, на самом деле. Просто все великолепно. Давайте мы сейчас с вами откинемся немножечко назад. Включим карту. Включим пока с общей карты. Разрушенная кузница у нас здесь есть. И что нам нужно? Мне нужно сейчас теснина тени. Вот эту вот штучку вот сюда вот проникнуть. Здесь есть часть нашего друга, который нас попросил освободить его. Также здесь есть еще вот это место. Вот сюда вот можно пройти. Точнее, не сюда, вру. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Здесь есть непонятное строение, которое... в которое я так еще и не попал. В горниле есть парочку новых заданий. В плавильне у нас, по идее, ничего нету. Ну, в общем, надо будет смотреть. Надо будет смотреть, ребята, где что есть. Пока что мы просто сейчас переместимся вот сюда. Пока что мы просто переместимся сюда и поднимемся наверх. Потому что более там ничего нету. Где-то над духом. Я слышу явственное значение, точнее не значение, а явственный звук такой, знаете, вот этого кристалла грёбаного. Который нам с вами нужно добывать. Вон он. Видите, я был прав. Больше всего камней мистических вот этих вот, которые дают ману. Замечательно, конечно говоря. Пробуем их уфигарить, убить и все с ними сделать, что нужно. В принципе, у нас это получается. Давай, падла, иди сюда. Естественно, у нее не получается нас ударить. А вот у нас получается ее ударить очень даже знатно. И она уже не кажется такой сильно страшной, которой казалось в прошлые разы. Ладно, на самом деле, давайте не тратить особо времени и прогуляться все-таки за честью нашего друга. А, она, насколько мне изменяет память, находится вон там, чуть-чуть поодаль. Вот и первая часть. Глупая рука сама дойдет до того места, где она, где ей нужно быть. Ну, а мы тем временем пойдем искать остальные части нашего здоровяка. Ну и надеюсь, в ближайшее время мы их все-таки найдем. Потому что, по идее, это не так сложно сделать. У меня вопрос. Мне то ли кажется, то ли вот там вот есть... Нет, это отсвет. Это отсвет. Это небольшой отсвет света. Звучит глупо, но так как есть, тем не менее. Переместились мы на фьорды. Во фьордах есть вот такая какая-то непонятная то ли пещера, то ли что. Я сейчас не понял, что это, но она не кликабельна и непроходима. Поэтому выглядит странно, но пусто. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот такой большой вот кошак. Мне просто интересно... как мне с ним сражаться, такой ли он сильный, как и раньше, или я все-таки смогу навалять ему по уши. Ну, будем надеяться, что я смогу все-таки ему навалять по ушам. Вот, отлично.
Ну и за его уничтожением, естественно, получаем, как всегда, какие-нибудь плюшки. Вот видим, что там еще лежит часть нашего друга. Давайте сначала разберемся с малышами. Мы соскакиваем с лошадки. Ауч. Сволота. Так. Закуцали второго малыша. Естественно, он промахивается по нам. И мы такой нехреновый комбудар сделали. Ну давай. Окей. Ауч. Ну, этого мы добили быстрее. Так, собственно, зачем же я сюда пришел? Да, я потратил там какую-то кучу здоровья, но на самом деле это не имеет значения особого. Зачем я сюда пришел? Потому что вот здесь, помимо того, что мы можем как бы кататься на своей лошадке, где-то вот там вот, вот, вы видите, да, вот находится монетка Вульгрима. Или, точнее, монеткой, ну вы поняли, о чем я. За которую мы можем покупать у Вульгрима новые шмотки. Но пришел я на самом деле сюда не для этого, а для того, чтобы войти вот сюда. Потому что это место меня немного напрягало. Я не мог здесь никак взаимодействовать с окружением. В общем-то, я не мог здесь ничего делать. И меня это напрягало. Потому что здесь нужно было встать сразу на две плиты. Как это сделать в то время, как вы понимаете, я не знал. Вот первая плита. И вот вторая плита. Естественно, ранее я это сделать физически не мог, потому что у меня был один персонаж, который не давал мне как бы никакого понятия о том, как мне взаимодействовать со всей этой хренью. Но сейчас, как вы видите, все стало намного проще. На очень много проще. И уже таких вопросов, по сути, не возникает. Давайте мы с вами сделаем вот так. Мы поставим сюда большую статую. Что-то появилось. Если верить нашим с вами размышлениям. И берем здесь еще одну страничку. Ага, вон там появился сундучок, я его вижу. Страница книги. Значит, нам будет 4 мира, 4, соответственно, страницы, 4 книжки, соответственно. Так. Берем здесь все. И, в принципе, я думаю, сваливаем. Потому что больше здесь ничего интересного нету. Здесь даже музыка не играет. Поэтому интересного здесь точно нет. Сваливаем отсюда. И идем активировать то ли ногу, то ли руку. Хрен поймешь, с чего мы сейчас активировать будем. Но я думаю, что мы сообразим. Сообразим, что мы активируем. И там будет это дело видно. Как-то мы можем подняться наверх. Там уже можем что-то взять. Сейчас мы будем соображать, как мы это будем делать. Мы нашли с вами, походу, ногу, походу, тоже правую, которая сама допрыгает до местного назначения. Вот такие вот дела. И давайте мы с вами посмотрим, в какую сторону конкретно за монеткой мы должны прыгнуть. Тихо. Так, давайте слезем с коня, потому что на коне это не очень делать удобно. Тем более, что прыгать нужно вот так. Замечательно. Замечательно, мои дорогие друзья. Прыгнули как надо. Все сделали хорошо. Осталось только найти две оставшиеся части нашего здоровяка.
Интересно, где они будут. Потому что где лежали две, я помнил точно, а вот про остальные... Я тебя слышу, гад. Вот так вот. Я периодически их слышу, периодически нет. Ну, думаю, вы и сами это понимаете. Поэтому сильных проблем у вас не должно с этим возникнуть. Прыгать здесь вниз не советую. Это опасно. А ну, попробовать спрыгнуть, например, вот туда. В принципе, можно, наверное. Хотя, думаю, что он тоже, скорее всего, умрет. Да и не допрыгнем мы. Да, как видите, он элементарно. А, нет, он запрыгивает, но нет. Не место для лошади. Не может в итоге взять то, что нужно. Так, берем здесь карту. И что мы здесь делаем? Тупо быстренько просматриваем. Если у нас есть какие-то секретики, которые мы не взяли, то по идее мы должны их увидеть. По идее. Отматываем карту. Ну, а здесь мы взяли вроде бы все. Вроде бы все, поэтому отсюда мне мы придется идти одному. Сматываемся и, знаете, даже делаем как-то вот так. О, где у нас здесь есть что-нибудь интересное? Так. Не нужно попасть вот сюда. Насколько мне не изменяет память. Здесь вот есть одно закрытое место. Там что-то, да, там меня тоже что-то месили. Туда-сюда. В общем, было много чего интересного. И мною пропущенного. Поэтому давайте переместимся сюда. И пойдем поглядим, что там есть. Пойдем поглядим, что там есть. Тем более, что там опять-таки было одно место, которое мы не исследовали. Здесь вот говоря, интересно, сколько у них хп. А, 17 уровень у них, кстати. 17 уровень это довольно много, скажу я вам, друзья мои. Вот, мы видим еще одну эту гадость. И мы видим там какой-то то ли... Что-то там есть. Мне создается такое впечатление, что это скорее отсылка к чему-то. А-ля пасхалка, потому что забрать эту вещь мы как бы не можем. Кстати говоря, простите, надо было сделать вот так вот. Где у нас там? По-моему, вот это у меня на... На, вот так было. Это вот так. Все. Забрать мы все это дело, к сожалению... Не можем, что это непонятно. И, честно говоря, я даже пока не могу предположить, что это вообще такое. Возможно, это подобие какого-то кейса. Ну вот, или какой-то книжки. Как ее забрать, я честно не знаю. Такие вот дела. Если кто знает, как ее забрать, соответственно, напишите в комментариях. Я, собственно говоря, ее подниму. Но во всех других случаях я ее поднять, естественно, не смогу. Итак. Мы с вами бежим. И нам нужно взять тупо вон ту хрень. Сделать это проще некуда. Достаточно просто пробежаться по стене. И вовремя нажать нужную кнопочку. И естественно, как и не всегда, мы не забываем проходить за обратную сторону и находить какие-нибудь плюшки. В данном случае этой плюшкой является вот эта монетка, которую при обычных обстоятельствах мы бы, естественно, не взяли. Такие вот дела, друзья мои, такие дела. Продолжаем искать конечности нашего здоровяка. Но, если честно, пока я их что-то не наблюдаю. Ну, а раз я их не наблюдаю, значит, у меня есть возможность пробежать куда-нибудь вот сюда вот. И найти что-нибудь полезненькое. Например.
например, одну из дверок, которые тогда мы, по-моему, не открыли. Правда, честно говоря, я не помню, где это уже было. Поэтому на 100% я вам не отвечу. Вот, я должен буду сейчас это все дело поискать. Создается такое ощущение, что игра запоминает, какие объекты мы разломали. Там, где их надо ломать, по идее. Здесь такие, опять-таки, непонятные. Непонятный колодец такой. Куда же нам надо? Куда же нам надо, подумал я. Пытаясь вспомнить все это дело. Здесь какой-то мост, бухточка. Здесь есть сундук. Есть у нас куча заданий. Есть более-менее дополнительные, есть обязательные. Есть просто непонятные. Ладно. Давайте пробовать доставать тот сундучок. Я не думаю, что там будет что-то сильно интересное. И там, кстати, не один сундук, а более одного сундука. И теперь возникает всего один вопрос. Как нам туда добраться? Есть, конечно, некое подозрение, что это делается отсюда, но, скорее всего, оно не верно. Нет, оно верно. Просто мы с вами физически... Кстати говоря, мне помнится, писали в комментариях, что вот эту тупую дуру, я не помню, можно ли ее атаковать сейчас, но по идее с ней можно сразиться. Если я правильно понял, сразиться с ней можно именно перебравшись вот сюда. То есть если мы... перебираемся вот сюда, по каким-то непонятным ракам мы можем с вами, по идее, так, и вот начинается бой с боссом. Боссом у нас, естественно, в этом случае является она. Нам нужно, конечно, как-то привлечь, по идее, ее внимание. Честно говоря, пока непонятно, каким макаром. Ну вот мы и привлекли ее внимание. Это был самый умный ход, который я делал в своей жизни. Ну, поняли. Как говорится, рукожопие — это мой талант. Ладно. Сейчас она прилетит с этой стороны, по идее. Урон она нам почти не наносит, потому что сражаться мы должны были с ней, по идее, раньше. Но в любом случае, дорогие мои друзья, я рад, что нам удалось посражаться с ней. Я даже призову своих друзей. Пошла ты. Ау.
Когти Вихир. Найдены в теле зверя, эти косы в течение столетий мучили Вихир. Зачарованные лезвия впитали в себя ее специфические качества и стали оружием легендарной силы. Их прошлый владелец неизвестен, но качество работы не имеет равных. Эти лезвия могут резать с необыкновенной точностью силы, отделяя плоть от костей. Вот такие вот дела, друзья мои. Как вы видите, мы не зря сходили сюда. Я вам показал, как можно убить эту поганую Вихир. Собственно, нам нужно вернуться к одному из наших друзей и сказать, что мы истребили его подругу, которая, собственно, была довольно сильным бойцом. Осталось только понять, как воспользоваться этим порталом. Потому что, по идее, портал не имеет значения, где он расположен, и он все равно будет считаться открытым. По идее. Но ведь я могу ошибаться. Но нет, я не ошибаюсь. Портал действительно открыт. Будет. Да. Замечательно. Замечательно, мои дорогие друзья. И, собственно, смотрите, мы забрали с вами и клинки Вихир, и при этом забрали с вами два секретика. Ну, как секретика. Ну, тем не менее. Да, это не особо секрет. Вот на карте все это дело отображается. Секретами являются скорее странички, либо монетки Вульгрима. Но все вот такие вот мелочи, они секретами не являются. Все же. Все же не являются. Так, давайте сейчас тогда вспоминать с вами, где у нас есть те вещи, которые мне были нужны. Так, Когти Вихир. Вот они, собственно. На 15 уровень довольно слабоватые. Хотя вот давайте просто посмотрим, как они выглядят. Выглядят они, конечно, эпически. Эпически они выглядят, мне все нравится, но слабоватые. Слабоваты. Вот такие вот, друзья, дела у нас с вами. Так. Давайте глянем, что у нас появилось здесь. Ничего сильно интересного у нас здесь не появилось. Кроме, наверное, вот этих вещей. Которые, кстати, довольно так нехило поднимают нам защиту. Почему бы их не одеть? Ага. Так, что у нас появилось здесь? Здесь вот как раз ничего интересного. Здесь вроде бы тоже. Тоже. Естественно, тоже. У нас появилась страничка, каменная кувалда и глава книги. Ну и также есть один гномат. Так. Окей. Возвращаемся куда-нибудь назад. И застреваем в 3 миллиметрах. Не пойми чего. Кстати, наверх я, по-моему, не лазил. Я этого вообще сейчас первый раз, по-моему, увидел эту фигню. Я серьезно, вот эту хрень сейчас увидел в первый раз. Ну, в любом случае, раньше я бы не смог эту фигню открыть, потому что у меня не было замечательного раздвоения личности. Но теперь мне это спокойно, естественно, покоряется. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так что то, что я порой не замечаю, в принципе, даже хорошо. Потому что я бы все равно сюда не смог пройти. По-моему, вот здесь вот находится то, что я пытался сейчас найти. И скоро вы, по идее, должны понять, о чем я вообще говорю. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вначале нам
в огромных количествах давали всякие плюшечки, которых впоследствии нам особо не дают. Ну, типа там, здоровье или маны. Это невозможно. Вот, потому что потом с ними некоторые проблемы возникают, их реально не хватает. Замечательно. Так, по-моему, я здесь что-то тоже не мог взять. А может и мог, не знаю. Сейчас глянем. Так, секундочку. Что у нас здесь? Здесь мы просто спускаемся вниз, да? Чуть совсем вниз не спустился. Здесь получается ничего в принципе и нет. Ну и замечательно. Как говорится, и на том спасибо. А вот и то место, которое я искал. Что ж, давайте зайдем в него. Сколько я понимаю, ключ от этого места у нас с вами есть.